этот Кен опозорил меня. Что обо мне подумают люди? Нужно вызвать такси. Извините, вас подвезти? Я видел вас, молодой человек, вел себя просто отвратительно. Но вы не переживайте. Да, пожалуйста, подвезите меня домой. Буду вам очень благодарна. Присаживайтесь в мою машину. Ну все, поехали. Скажите, как вас зовут? Меня Клео зовут. А меня Райан. Очень приятно. Скажи, Клео, а ты знакома с Барби? Да, я ее знаю. А что? Просто я услышал, что твой молодой человек ее упоминает в разговоре. Расскажи мне что-нибудь о Барби. Она красивая? Даже очень. А ты знаешь, где она живет? Ты могла бы дать мне адрес Барби? Почему бы и нет? Она живет на улице Кукольной, 110. Спасибо большое. Ну вот мы уже доезжаем до моего дома. Спасибо тебе, Райан, что подвез. Не за что. Ты очень хороший собеседник. Ты тоже. Пока. Вот здесь я и живу. Спасибо, Райан, что подвез. Может, зайдешь на чашечку кофе? Нет, Клео, я пойду искать Барби. Спасибо, что дала адрес. Пока. Интересно, как там свидание Штефи с Райаном? Это мог быть. Барби, это я, Райан. Ты дома? Открывай. Я знаю, что Штефи это не Барби. Настоящая Барби живет по этому адресу и прячется от меня. Что же делать? Я не смогу открыть Райану. Притворюсь, что меня нет дома. Барби, открывай. Я знаю, что ты здесь. Никого нет дома. Ну что ж, может быть, Штефи не обманула? Может быть, Барби и правда уехала куда-то? Поеду опять к Клео. Может быть, она мне расскажет поподробнее про Барби. Что же делать с этим Кеном? Наверное, неправильно я сделала, что приворожила его. Но как иначе? Я даже уже сомневаюсь, люблю я его или нет. Он такой странный, все только смеются надо мной. Кто там? Это я, Райан. Клео, пустишь? Ой, конечно, Райан. Проходи. Здравствуй еще раз. Проходи, садись сюда. Что тебя привело ко мне снова? Да вот, представляешь, Барби не оказалась дома. Не может быть. Барби сейчас почти всегда дома. А ты можешь подробнее о ней мне рассказать? Ну что тут рассказывать? Красивая девушка. Раньше встречалась с моим Кеном. Я думаю, у тебя с ней все получится. Понятно. Ну, давай поближе с тобой познакомимся. Хорошо. Барби, это я, Штефи. Открывай. Ой, Штефи, сейчас открою. Барби, ты представляешь, наш план провалился. Райан все узнал. Как?